Ладно, осмотримся. Я не должен был покидать пост, но Мэтт уже сутки не возвращался. Что-то мне туда уже не хочется, будто вымерло все. И куда подевались люди? Твою мать! Этого охранника убили прямо посреди улицы. Похоже, все очень плохо. Братва, тут какой-то мусор! Вали его! Черт, долбанный отморозок! Ушаны грохнули, пацаны, сюда!
Здорово, турист. Хорошо спалось. Вроде выглядишь как живой. Черт! Эти уроды. Где я вообще? Ты в гостях у Ника, приятель. Я уволок тебя с улицы, чтобы собаки не съели. Теперь мы в одной лодке, парень. Очень любезно, Ник, но мне надо идти. Тут исчез мой напарник. Исчез, да и пес с ним. Ты хочешь быть следующим? Или ты не в курсе, что происходит? Тюрьма Бердок восстала. Ужасное зрелище. Словно порвало осиный улей. Сейчас спасать уже некого, парень. Что? Когда? Ох, черт. У нас просто пропала связь и... Не суетись. Нас теперь двое. Не пропадем. Ствол у тебя отжали. А этим пистолетом только ворон пугать. Вот что. Поищи железяки. Я соберу тебе ствол на первое время. Поверить не могу, чем я занимаюсь. Кто такой? Эгропо! Да, суровые времена требуют суровых мер. Мама бы мной гордилась.